Приветствую вас, геймеры, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем играть в Yopony Sals 4 The Cherokee. Так, ну что, то, чего так все долго ждали, нападение на европеоидов, а именно нападем мы с вами на бриташку. Да, помогут нам французы и Речь Посполитая, миссия наша будет захват Фарьер. Вот, так, Венгрия, Португалия, Льеж, все, давай, погнали. Подружился я с австрияками, но они там с кем-то сейчас воевали, и что-то там такое у них произошло. Не хотят они теперь помогать. Вот, а так были бы готовы. Ну ладно, я думаю, что вот этих войск хватит. Я перекинул практически всех, кто у меня были, как раз на эту позицию. Единственное, только 7000 остались с британской Мексикой церемониться. Так, войска отправляем сюда. Я поизучал флоты и армии вражеские. Теоретически на нас с вами нападут португезы прям в Америке. То есть для того, чтобы этого не произошло, надо попытаться как можно скорее пробиться к Лиссабону, занять Лиссабон, и потом, в принципе, все окей будет. Так, боевой дух флота. Такие дела. Надо, наверное, ввести военный налог и содержание флота полностью сделать, нанять адмирала. Авось повезет нам с вами. Так, сейчас надо срочно захватывать вот эту хрень, чтобы пробиваться к Лиссабону. И помнится, я когда-то таким же макаром видел, как португезы за Марокко, когда мы играли, нападали на нас с вами. Админку пока качать не будем. Так. Речь Посполитая атакует бедных маленьких венгров. Да, португезы высадили десант сюда. 12000. Так, штурмовать не будем, будем ждать. Я уверен, что мы возьмем все очень быстро. Майнц заключил союз с Альежем, Лабурдан наш. Быстро идем в Лиссабон, чтобы отцепить португезов от войны. Так. Какую-то проволочку заколонили. Идем вот сюда колонить. Боже милостивый, их там уже целая куча. Так, тогда дуем. Когда возьмем столичку, португезы, в принципе, растают перед нами. Должны, во всяком случае. Так. И вот еще что. У нас сейчас будет серьезная потеря рекрутов. Дорогие ребятки. Ой-ой-ой-ой-ой. Это какая-то дичь уже идет. 24 косаря португезов бегает тут на нас с вами. Это что-то с чем-то. Так, национализацию можно провести. Там дешево. Так. Адмирал 50 очков дипломатически. Надо подождать немного. Кеннебек у нас отжали. Ну, там не Великобритания, там какая-то колония, видимо, отжимает. Надо как можно скорее забрать Лиссабон. Так, в плату эти ребята идут. Давай-ка я какие-нибудь войска сюда обратно закину. Вон, 14% уже.
Ей там что-то взяли. Гасконь забрали. Умер дядька военачальник, который нам бы боевой дух добавил. Надо бы нанять дядьку по военке еще на боевой дух. Ее, Лиссабон взяли. Ну чё, португезы, как ваши дела? Так. Давайте возьмем еще Порту, и я от вас отстану. И вы от меня отстанете, тоже надеюсь на это. Потому что их очень много там сейчас. Неверные инвестиции позиции. Окей. Так, Венгрия. Венгрия захавана. Речью Посполитой. Да? Давайте что-нибудь Речью Посполитой отдайте. Вот это, вот это. Все равно я сюда не полезу. Деньги заплатить. А, 90 дипочков. У меня не хватает очков, чтобы мир заключить. Так. Сколько у меня там? Минус 2. Блин, советничка. Не получится пока нанять. Подождем тогда. Так. Ладно, подождем немножко с этим делом. Главное сейчас португезы, чтобы отвалились. Надо мясо сюда закинуть. В этой войне наша цель будет три провинции. Вот эти вот. Ну и плюс по поводу мы Фарера отжимать решили. Чок-то захватили у нас. Так, Португалия все еще среднее ой, высокое по желанию воевать. Но уже очень близко к тому идет, чтобы я от нее ее. Ой-ой! Слушайте, они нашу столичку осаждают. Хрена себе тут бритахи веселятся. Какого черта? Да, не смешно. Так, Тугаля, а что ты хочешь? Потому что она сейчас возьмет же эту провинцию. Говорить договоры с Францией, дукаты. Так, а я не хочу говорить договор с Францией, я хочу дукаты все в итоге. О, все, отлично. Португезов мы отвалили. Так, проиграли, конечно, но все-таки с португезами мы разобрались. Так, теперь наши войска быстренько сюда вернем. Можно в Кале пойти. Сколько там людей? 4000. Ну, посмотрим. И отправим часть гарнизона в Лондон. Тын-ты-ды-дын. Так. Венгрия. Венгрия еще рано с тобой договариваться. Кеннебек под контролем Венгрии. Ой, блин, они в Кале уже сунулись. Плохи наши дела. Ладно. Так, сделаем тогда вот таким образом. А, кстати, Британия. Когда ты согласишься на мои требования? Вопрос. Это будет 34 по счету. Понятно. Ну, в общем, она еще не скоро может на это согласиться. Но их там дофига британцев ко мне высадилось. То есть нам надо как можно скорее захватить их территории. Так, тут придется помогать. Ей, мы победили в сражении за пролив.
Так, Венгрия. Давай Венгрию сделаем так. Сейчас. Чтобы много дипачков не тратить, отдадим только цепеш, чтобы они заплатили мне деньги и репарации дали. Так, порвали союз с Австрией. И с Великобританией. Так, все, с Венгрией договорились. Блин, 50 тысяч тут ходит, бродит. Вот это, конечно, они учудили. У нас войск 80. Фига там корабликов. Да, тяжелый случай. Так, нам еще фареры на... А, слушай, вот смотри, что сделаем. Так, давай сюда быстренько. Погрузиться на корабли. И плывем вот сюда. Флота тут, я так понимаю, нет. Наша миссия Фареры, то есть двигаемся сюда, когда они прибудут 14 декабря. Поляки сейчас возьмут Лондон. Е-е-е, Лондон взят. Так, ну чё? Бриташка, сколько ты там еще будешь ломаться? А, Льеж еще не атаковали-то. Подожди, сейчас. Льеж еще атакуем. Все, фареры взяли. Наш повод для войны получен. Так, Бритаха согласна наконец-то на наши с вами претензии. Так. Столичку пока они не осаждают, поэтому можно еще похавать у них что-нибудь. Фактически я бы у них еще Мексики покушал бы. Вкусная она. Да. Так. Ну чё, раз фареры взяли, можно пойти островки брать всякие разные. Вон сюда высадитесь. Так, военный налог продолжим пока собирать. Транспортники возвращаем сюда. Все, бритишам жопа. Они это уже почуяли. Единственное, нам дипачки надо накопить, чтобы перемирие хорошее выдать. Ой, слушай, тут все стоит дипачков. Надо бы, наверное, фокус сделать на дипачки. Да. Потому что у нас аннексия еще идет. Надо советничка нанять на дипачки. Так, армия, боевой дух, в принципе, мне уж пока не надо. Так. Давай, дядьку, уволим. Так, возьмем вот этого. На дипрепу, к тому же. Он нам еще кое-чем поможет. Так, и давай пока фокус сделаем такой. Да, с админкой будет бедно некоторое время, но это только некоторое время. Будет бедно с админочкой. Очков, я думаю, у нас предостаточно, чтобы национализировать все эти пробы. Так.
А, слушай, если ежем, там можно белый мех заключить уже. Ну как белый, пусть деньги платит. Сейчас осаду выиграем. И дело с концом. Так. Твою мать. Так, ну мы вроде никого не потеряли. Я просто испугался, что они сами решили напасть. А это, короче, поляки нам решили услугу оказать. Дружескую. Так, Льеж. Полоти мне. Не хочешь? Ну подожди тогда. Так. Тут у нас пока по 2000, так что спокойно осадим. Провинций немного еще. Гипачки. Скопим. И все будет окей. Так. Техи админские качать пока не буду. Ой, два кораблика там. Фигней мается. Сейчас. Подожди. Все, они сдриснули отсюда. Столичку нашу не осаждают пока, так что все окей. В принципе. Главное, чтобы они в столичку не сунулись. Так, повод на Виджаянгар. Окей. Мы можем поставить здание, но пока не будем. Потому что мы и так репарашки платим. И упарываемся до ужаса. Кто-то взял Кэдда. Льеж наш. Ну все. Так, Льеж, плати бабки. Репарашки плати, бабки плати. Отказывайся от претензий. И с Британией и Дефине ты вообще ни с кем не дружи. Будешь нубарем редкостным. Вот, готов. Клиент. Так, ничего, бриташка. Сейчас, блин, 68 дней дипломат ходит. У нас, ну, понятное дело, что куча в куче миль находится у нас столица, поэтому все так. Но все равно грустно как-то от этого. Так, колония. Денежки у нас в плюсе. Вообще отлично. Так, развиваться самостоятельно. Давай сюда пойдем колонить. Тут мы, как вы помните, дырочки колоним. Ой, хрена себе, кто-то силу захавал. Кталические индейцы захавали. Вот кто. Убойно. Так, на столицу никто пока не пошел. Так что тут все норм. В данный момент. С Британией очень мизишно. Главное, нужные союзы заключить. Гремпианские горы взяли. Пойдем вот это возьмем. Лотиан. Было бы неплохо у британцев что-нибудь еще вот тут, на островах отжать. Лондон, конечно же, не выйдет. Ну, что-нибудь такое дешевенькое. Что-то такое. Ну, чтобы мы могли людей высадить и сразу в атаку бросить. В следующей войне. И еще, британцы должны будут порвать союзики с кем-нибудь. Да. Вот так вот. Девяносто пять гипачков. Так. А что это у них... А, мне показалось, что... Нет, не показалось. Почему у них черный флаг? Какого черта? Давайте, идите сюда. А, это Речь Посполитая захвачена? Черт. Ладно. Понятно. Так. Ну, нам надо на эту территорию, наверное, людей всех отправить. Так. 94 гипачка вот это все удовольствие стоит, но мы возьмем, конечно же, больше. Надо взять что-то такое с крепостью желательно. Конечно. Что-то с крепостью. Так, фареры, они, по-моему, вообще дешевенькие будут. Да.
себе их отжать, да? А, можно их норвегам отдать, но они маленькие по своих ширине, их можно себе забрать. Да, по своих ширине, можно взять то, что нулевое по своих ширине. Где тут нулевое все? Ой, у них столько всего нулевого. Так, валон, вот это все. Но это все дипачков стоит, нереальное количество дипачков, поэтому... Поэтому все будет зависеть от того, когда они пойдут... Ой, сейчас нас вынесут. Когда они пойдут осаждать провинцию. Вот. Провинцию столицы. Если они нашу столицу не осадят, то, в принципе, нормально все тут будет. А так мы сможем наотжимать чуть ли не все у них. Да. Жалко, дипачки нельзя взаим взять. Так, вот это дело забрать, допустим. Так, еще что-то. И что-нибудь в виде плацдарма. Так, Нормандию взять, потому что рядышком она. Взять вот. Так, меня никто не будет люто бешено ненавидеть, потому что мы тут пришли непонятно откуда. Вот, допустим, что такое взять? Допустим, вот Норфолк. Это потому что мы крепость. А. Не, нормально будет Норфолк взять. Или атаковать их с юга, взять у них Гампианские горы. Вот, но это очень много дипачков стоит, очень много. Так, ну, у нас буст, в принципе, имеется, ежемесячный пресс плюс 7. Ладно, давайте подождем пока. Так, вот эти войска уже готовы к тому, чтобы высаживаться куда-нибудь. Чисто пехота. Давайте их... Нет, не сюда. Давайте их... Так. А слушайте, у нас есть риск с флотом британским столкнуться на этой позиции. Поэтому лучше, наверное, осаждать пока британские провинции. Непосредственно. Эй, флот, ты упоролся? Давай сюда тогда, в Эссекс. Черт! Нас тут опять атаковали. Ой-ой, это будет не весело. Хо, у нас только 3 транспортника осталось. Ну, отлично. Жесть. Придется еще и транспортники заново строить. Ну ладно. Мальдивы появились. Будем ждать в таком случае пока. Норфолк взяли. Вот это все вообще уже наше. А мы можем, кстати, тупо Лондон отжать у них, вместо того, чтобы упарываться здесь. Ну, почем он будет, вопрос? А слушай, Лондон-то дешевенький. Только 438 дипачков. Блин, это... Это будет прикольно, но это будет... Ну, это будет очень муторно. Сейчас ждать 438 очков. Да, так еще у нас и флота ведь нет. Фактически. Да. Это будет немного муторно. Кстати, они... Итак, продолжаем тут. Отвлекли меня чуть-чуть. Так. О, слушай, Речь Посполитая пришла. Помогать нам. И вот еще что, британцы уплыли, по всей видимости. Уплыли на своих... транспортниках. Так, коли мы Норфолк взяли, можно пойти отомстить нафиг. Симуляция туземцев. Коррупция. Инфляцию пока запарусим. Футы, фареры захватили британцы.
Не, это не фатальти, конечно. Но грустненько, что цель войны мы пока профукали. Ей, загасили. Флот. Сейчас еще разочек. А вот 52 корабля приплыли. Так, британские войска подошли. Давай. На подмогу сгоняем. Зерно Барада захвачен Мексикой. Куда они отступят, вопрос. Французы пришли. Ой, генерал умер. Сейчас. Секунду. Давай правителя наймем. Он у нас довольно днищенский. Бритов положили. Угу. 193 дипачка. Когда Никс на гриде завершится? Сорок третий год, ноябрь. Год осталось всего. Давайте подождем, в общем. Тут мы скоро уже выйдем из ситуации победителями. Так, и вот еще что, можно взять заем один. Так, 7 тысяч. А, вот, кстати, эти 7 тысяч, которые мы с вами потеряли. Так, заем. Нет, заем брать бессмысленно. Тупо ради вот этих вот в кредиты падать. Нет, не будем. Лучше подождем сейчас и делу. Так, Речь Посполитая пошла добивать бриташек. Просто мы Мексику, может, не сможем отжать. Налог, так, минус 15 у нас денежек, содержание флота, содержание армии. Так, а флот мы, по-моему, у них уже вынесли. Можно флот убрать с содержания. Поменьше денежек нам придется тратить. Налоги вводим. Так, давай сюда. Да, ну, не идеальная стратег, конечно, профукал все транспортники. Это приведет к некоторому застою. Мы с вами. О, все, убили. Бриташек. Ну, тут еще скинули. Тут они еще их скинули. Речь, помогай. Какого черта? Речь Посполитая решила мне не помогать.
Так, вы куда, мои дорогие? Не, взаим, походу, упадем. Хотя можно крепости убрать содержание, которое у нас в Мексике находится. Крепости. Все, убили очередные британские войска. Гостерших забрали. Не, все-таки я хочу Лондон забрать. Так что мы сделаем это. Так, отделить корпус. Куда вы там? В Оксфорд. Я туда же хочу. Поверьте. Сюда теперь хотите? Ну окей, я тоже сюда хочу. Че, я не человек, что ли? Тоже хочу. Что и вы. Так. Ой-ой. Они сюда подперли. Надо все-таки содержание вернуть. Так. 7000. Там 6. Давай генерала назначим. В эту сторону. Пойдем их выпиливать. Можно еще... Так, денежка, экономика. Минус 4. Да нет, с экономикой вроде порядок пока, да? Нет, нифига не порядок. А чё там такое в минус у нас пошло? Вот, движение крепости, движение колоний. Депорасходы. А, репарации еще. Так, советники. Советник только один. Ладно, упадем, если взаим это. Не будет особым фаталити. Мехико, если возьму, тоже, в принципе, не совсем уж и убойно. Интегрировали Норвегию. Усталость держава слишком высока. Так. Ну, не сказать, что прям офигеть как высока, но да, надо будет уже заканчивать с этим. Сколько там? Несколько месяцев осталось буквально. Проиграли Мехико. Нет, все-таки в займ придется падать. Опять. Ну, в один займ всего. На 2100 с чем-то. Там войск вообще ни черта не осталось. У нас по лимиту есть. Какое-то количество, так. Тут у нас пехота одна. Давай кавалерию наймем. Три пушки наймем. Давай еще кавалерию. Так. Тут мы поиграем, походу. Потому что чисто из пехоты состоим. Так, ну ладно. Умбрия под контролем. Так. Так, а где флот-то? Норвежский. Вы что, уничтожили, что ли, тоже? Ладно, я думал, транспортники у них. А, вон же есть флот, смотри. Три транспортника. Шикарно. Давай-ка сюда. Эй-эй! Какого черта в Эссекс-то забрали? Требование мира пошло. Ну, мы все заканчиваем уже чуть-чуть. Недостаток идей во флоте. Твою мать. Так.
50 очков потеряем. Оу, ноу, сражение за Фальское побережье. Так, колонии пока не будем фигарить, потому что это все-таки тоже какие-то деньги. Надо будет постараться побыстрее из займа уйти. Нам буквально месяцев еще 12 дождать. Так. Давайте наши несметные сюда. Отправляю ассимиляцию туземцев. Британцы пошли в Мексику. Ну понятно. С ними все. С ними все предельно понятно. Так, ну чё, давайте уже 430 этих чёртовы гипачков и всё. Не люблю, конечно, когда столько гипачков требует в мире. Ну ладно. Я столько много, по-моему, только в партии за Савойю сливал. На перемирие. Просто числа новобранцев. Хорошо. Так. Зато мы рекрутов не потеряли почти. Вот это здорово. Сейчас байтаху выпилим. Снова осаду выиграем. Нам осталось 9 месяцев примерно. И война заканчивается. Песня «Плач». О, это отлично. Взяли Кальвитеко. Осталось только... Сколько нам? 5 месяцев примерно до конца войны. Так, дорогие друзья, давайте с вами поздороваемся. Коль хотите повоевать со мной. Так, последний военный налог. Вводим. Еще одна колония заколонилась, но пока мы не будем в колонии идти. Ну, буквально немного, чтобы займ вернуть. Сейчас-то война закончится, и мы все вернем на круги свои. Как говорится, так. 2 или 3 месяца нам осталось. Угу. Шикарно. Последний месяцок. По-моему, там 439 очков надо было убить. Все. Перемирие с карайбами всякими подошли к концу. Давай. Договариваться. Предложить мир. Так. О, даже дешевле вышло все. Реально. А, так. Ну, посмотрим, может возьмем еще что-то. Это французская. Я ничего Франции не отдам. Конечно же. Так. Только Британия меня будет люто-бешено ненавидеть. Ну и хрен с ними. Так, есть что-нибудь по нулевому сверхширению? Что-нибудь такое у них. У меня 447 дипачков, то есть можно... О, вот это возьму. Давай. Панама — это хороший торговый путь, по-моему, был. Так, Кейбэй. Рождества это мы все не можем взять. Габон. Вон Аркнейские острова можно взять. Дешевенькие. Так, Гринет, Гримпенские горы. Ну, Гримпенские горы можно взять. 414. 84 сверхширения, никто в коалицию не пойдет. Так,
Можно вот так вот сделать, а можно попросить их порвать договор с португальцами, чтобы меня больше не напрягали. Так, для этого надо будет какую-нибудь чушь снять отсюда. Так, ну с другой стороны, все колонии отжать это тоже надо. Давай все колонии все же отожмем. Горе не буду брать гринпианские, нафиг пока. Потом возьмем их. Пусть порвут соглашение с португальцами и выплатят мне чуть-чуть денежек. Все, хватит с меня пока. Ей! Вот такие вот, ребятки, дела. Мы отжали Лондон. Да, прикольно. Ладно, сохраняемся. Приведем в порядок наши с вами дела. Построим транспортники. Национализируемся и посмотрим потом, что будем еще атаковать. В принципе, мы достаточно сильны, имеем достаточно хорошие союзники. Вот только шведы могут огорчиться от того, что мы тут агрессивно расширились. Ну и все. Все остальное, в принципе, норм пока. На этом закончим. Так, еще раз сохранюсь. С вами был Дмитрий. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте пальцы вверх. Всего доброго, увидимся в продолжении прохождения. Помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys!